теперь имеет смысл все-таки остановиться вот на этом выражении, поговорить про разность AX и PY, но уже не для двух чисел A и P, не для доказательства основной теоремы арифметики, а вообще для любых чисел. Дело в том, что кроме алгоритма Евклида есть другой способ объяснять вот это равенство. И он может быть прояснит ситуацию. Поэтому давайте представьте себе, что у нас есть даже не обязательно два числа, а может быть несколько чисел. И мы задали себе вопрос, как устроено множество всех чисел вида A1X1 плюс A2X2 плюс и так далее, плюс AN-XN, где данные целые числа AX это произвольные целые числа. Вот представьте себе, что вас интересует множество всевозможных вот таких вот чисел. Между прочим, его называют идеалом. Порожденные числами А1 и так далее, АН. Если будете учить алгебру, там потом будут понятия левый идеал, правый идеал. Это в случае, когда произведение зависит от порядка множителей, приходится вводить такие различия. Ну, естественно, двусторонние, когда он и левый, и правый. Но сейчас, вот первый раз мы с этим встречаемся, сейчас все просто. Идеал, рожденный целыми числами, это множество всех чисел, абсолютно всех, которые получаются при помощи сложения, вычитания из наших вот данных чисел. Есть понятие главный идеал, когда это равняется множество всех кратных некоторого данного числа. Так вот, то, что здесь фактически мы сделали, мы доказали, что идеал, рожденный любыми двумя числами, это идеал, рожденный их наибольшим общим делителем. То есть, если у нас есть произвольные целые числа А и Б, то идеал, рожденный ими, это идеал, рожденный их наибольшим общим делителем. Между прочим, в некоторых книжках авторы ленятся записать этот самый нот, и вы теперь поняли почему. Потому что они помнят, что есть такое понятие идеал, и там уже никакой нот писать не надо. Между прочим, через некоторое время мы встретимся с кольцами, где не все идеалы главные. Ну и, соответственно, там все будет сложнее. Но пока у нас вот это вот равенство, наибольшее усилие айпер-равенство, фактически переписывается в таком виде. И давайте я это утверждение докажу. Без алгоритма Евклида теорема. Кольцо целых чисел – это кольцо главных идеалов. Кольцо главных идеалов. То есть любой идеал порожден некоторым одним элементом. Единственная неприятность состоит в том, что вот здесь вот я написал, что обязательно конечное число этих самых h вообще-то можно было рассмотреть и общее понятие. Давайте сформулируем почетче, что такое идеал. Идеал.
должен обладать следующим свойством. Если он содержит какие-то два числа, то их разность и их сумма тоже ему принадлежит. И другое свойство. Если он содержит какой-то элемент, и x произвольное целое число, то a умножить на x тоже принадлежит этому идеалу. Вы можете удивиться, зачем я пишу второе. Что, казалось бы, из первого второе следует. Да, следует. Для множества целых чисел. А вот если мы с вами возьмем не z, а кольцо целых гауссовых чисел, оказывается, там все будет точно так же, мы сейчас быстро увидим. А вот уже умножение на i не получишь в результате того, что к числу его само прибавляешь или вычитаешь, и потребуется. То есть, если у нас кольцо целых чисел, то второе можно и не писать, а в общем случае все-таки надо обязательно, да, для общего кольца. Вот это вот определение идеала. Поехали доказывать. Очень просто. Берем любой идеал. Если там... Если в нашем любом идеале есть только число 0, то все, то идеал рожден этим самым числом 0. Если же наш идеал не равен 0, то рассмотрим число наименьшее. Почему оно есть? А потому что если бы в идеале все числа были бы отрицательные, то вот по этому свойству мы получили бы 0, и из нуля вычли бы отрицательное, получили бы положительное. Так что оно обязательно есть. Да. Рассмотрим наименьшее такое число. Отлично. Возьмем любой элемент из идеала. Возьмем любой элемент из идеала. И, да, это вы уже догадались, разделим его с остатком. Разделим с остатком. B на A. Идея очень простая. У нас есть прямая. Там есть число 0, есть число A, 2A, 3A и так далее. Минус A, минус 2 и так далее, и так далее. Где-то на прямой есть число B. Ну и вот оно, вот это вот остаток. Замечательно. В таком случае, смотрите, что у нас есть. А умножить на q принадлежит идеалу. Потому что а принадлежит, а умножать b может. Отлично. B принадлежит идеалу. R это b минус aq. Значит, r тоже принадлежит идеалу. Но остаток удовлетворяет вот этому свойству. Остаток всегда меньше числа, на которое мы делим. А мы выбрали наименьшее а. Значит, на самом деле остаток обязательно равен нулю. Получается, что b делится на а. Но b был любой элемент идеала, значит, все элементы идеала делятся. И мы получили, что наш идеал порожден числом А. Так, понятная идея? Понятная идея. Обратите, пожалуйста, внимание, чем в этом доказательстве фактически мы пользовались. Ну, здесь вот были слова, что либо един 0, либо есть что-нибудь кроме нуля. Наименьшее. То есть у нас должна быть в некотором смысле какая-то вот такая штука меньше, больше, да? Наименьшее. И деление с остатком. Поэтому очень часто говорят так. Кольцо называют Евклидовым, если в нем есть некоторое
определенная для всех нулевых элементов величина, которая при делении, есть алгоритм деления с остатком, и вот эта самая величина должна уменьшаться. Больше нам ничего не надо. Никаких таких особенных свойств. То есть важно, чтобы был алгоритм деления с остатком. Называется евклидовые кольца. И вот как только у нас есть такое вот евклидовое кольцо, то ровно вот это рассуждение доказывает, что это самое кольцо является кольцом главных идеалов, ну и значит в нем есть основная теорема арифметики. Да? То есть в нем есть единственность возложения числа на простые множители с точностью до умножения на обратимые элементы кольца и с точностью до перестановки множителей. Отлично. Давайте посмотрим пример. Собственно, уже обещаем пример. Гауссовые числа. И докажем, что в этом кольце возможно деление с остатком. Во-первых, что будет за величина? Здесь будет написано наименьшее. Что мы будем считать величиной числа? Да очень просто. Расстояние от начала координаты. Вот у нас есть целое гауссовое число а плюс b. В принципе, можно рассмотреть величину а квадрат плюс b квадрат. Она будет целым числом. Если угодно, можно извлечь корень. На самом деле, зачем? Давайте просто вот такое число называть нормой числа а плюс b. И мы сейчас докажем такую теорему. Если есть любое целое гауссовое число и не нулевое другое целое гауссовое число, то можно разделить с остатком. Нет ничего проще, как нарисовать картинку здесь. Я хочу потом этой формулы напишу, но картинкой это очень просто. Смотрите, мы хотим делить на некоторое число а. Что мы хотим делить? Ну, какое-то там число. Вот это комплексное число, то есть вот это вот ось абсцисс, это ось ординат, все понятно. Давайте сообразим, что такое числа вида А умножить на Q, где Q – любое целое гауссовое число. Очень просто. Q состоит из вещественной части, это какое-то целое число. То есть надо отложить несколько раз вектор А. И мнимые части. Умножение на i – это поворот на… Слушайте, можно я возьму вектора понемножку, покороче, чтобы можно было понять, не рисовать. Это поворот на 90 градусов. Вот это вот a. Отлично. Тогда вот это вот вектор – 2a. Вот это число – это минус a. Вот это вот – это минус i. И, например, вот это вот число – это 2a плюс a. Господа, то есть надо просто взять вот такую вот решетку, состоящую из квадратов со стороной А. То есть взять отрезанный А, отложить его на эту прямую, влево-вправо, под 90 градусов повернуть, отложить и расчертить плоскость на квадратике. И точка Б окажется на стороне вершины или внутри одного из этих. Отлично. То есть фактически у нас есть какой-то квадрат. Вот этот, да? И там точка B. Смотрите, когда у нас есть произвольный квадрат, то если вы посмотрите на круги с центрами в вершинах, и границы их проходят, когда через центр квадрата.
то они, разумеется, покрывают весь квадрат. То есть, чтобы быть как можно дальше от всех вершин, надо быть в центре. Вот этот вот отрезок меньше, чем А. Меньше, чем длина. Да? Меньше, чем длина. Соответственно, вот, например, здесь разумно взять в качестве Q 2 плюс I, а в качестве R вот этот вот вектор. И он короче, чем длина вектора А. Все, все доказано. А если бы точка B лежала бы, например, вот здесь, то мы бы взяли вот такой. А если бы там, то мы взяли бы ту точку. В любом случае, у нас есть вершина квадрата, которая к точке B ближе, чем длина стороны квадрата. Вот это на картинке. Как то же самое не на картинке. Смотрите. Если мы хотим разделить какое-то число, вот единственное плохо, если написал А плюс Б, можно напишу здесь альфа плюс бета И, да? Это по-прежнему, конечно, целое число, да? Итак, у нас есть А, это альфа плюс бета И. При этом хотя бы одно из чисел альфа и бета больше нуля, альфа и бета это целые числа. У нас есть число b. Это какое-то там гамма и дельта и. Здесь то же самое, да, вот это гамма и дельта это тоже целые числа. Мы хотим разделить с остатком. Кстати, заметьте, пожалуйста, деление с остатком не обязательно выполняется единственным образом. Когда целые числа, там можно договориться, что остаток всегда больше или равен нуля и меньше того числа, на которое делим. А здесь что-то не обязательно. Да и там не всегда, на самом деле, R однозначно выбираем, потому что для наших целей важно, что оно... Не важно, что оно обязательно не отрицательное, а важно, что оно меньше, по-моему, того, на что делим. Итак, делим b на a. Ну, понятно как. Гамма плюс бета и делим на альфа плюс бета и. Есть стандартный способ умножения на сопряженное. Я уже напишу, но это в данном случае не имеет значения. Знаменатель получается сумма квадратов. Смотрите, мне на самом деле важно, чтобы получился какой-то ответ. Ну, то есть альфа, гамма. Плюс бета, дельта разделить. Это какое-то рациональное число. Здесь получилось и. И тут тоже какое-то рациональное число. Согласитесь, что на картинке было понятнее, но давайте уже вычислением доведем до конца. Так вот. Это число можно представить в виде суммы целое число плюс число, не превосходящее по модулю 1/2. Но в самом деле, когда у нас есть вещественная прямая, то от любой точки до ближайшего целого числа не больше, чем 1/2. От числа 3/2 и сюда половинка, а чуть-чуть сдвигается уже до одного из целых чисел меньше. Таким образом, мы можем записать такую замечательную формулу, что вот это вот есть какое-то целое число x плюс y, где y по модулю не больше 1/2. А здесь записать
какое-то целое число z, и t, где то же самое t не больше, чем 1/2. Вот ради чего мы делили. Чтобы здесь получились какие-то числа рациональные, их мы уже представили в таком виде. Осталось чуть-чуть. С чего мы начинали? С выражения b разделить на a. Давайте здесь напишу. На самом деле это b разделить на a. X и y это вещественная часть x плюс y. Z плюс T это мнимая часть. При этом Y маленькая, то есть не больше, чем 1/2 по модулю T тоже маленькая, а X и Z целые числа. Все. Вот эти вычисления мне уже совершенно не нужны. Я их могу уже забыть. И перепишем эту формулу таким образом. B это A умножить на X плюс и Z. Вот это вот как раз будет то самое Q. Плюс A умножить на Y плюс и T. Вот это вот и будет то самое F. Давайте объясняться. Q целое гауссово число, потому что X и Z целые. Понятно. Это какие-то рациональные числа, они могут быть трудные, но все это число вместе, конечно, является целым. Почему? Потому что b это целое гауссовое число, а целое, вот это целое, произведение целых целое, разных целых целое. Отлично. Значит, f это целое гауссовое число. Почему оно по модулю меньше, чем a? Это очень просто. Модуль f это произведение модуля a на модуль y плюс t. Но при этом, когда вы берете y квадрат плюс t квадрат, то вы получаете не больше, чем 1/4 плюс 1/4, то есть меньше единицы. Мы получили замечательную вещь. Мы получили, что модуль f, ну, либо равен нулю, если y это нуль, либо меньше, чем... Вот если равен нулю, то, значит, b делится. Ну, а вообще, вот это остаток. Остаток в любом случае меньше, чем число А. Можно ли как-то в других ситуациях такого типа рассуждения использовать? На самом деле можно. Например, если бы у нас было не кольцо целых гауссовых, а у нас было бы вот такое кольцо. Тогда все было бы абсолютно так же. То есть числами мы называли бы числа вида А плюс Б и корней из двух, где А и Б произвольные целые числа. И когда мы там вычисляли бы, все шло бы так же. Единственное, что мы должны были бы проверить, что когда берешь 1/2 в квадрате и 2 умножаешь на 1/2 в квадрате, то это меньше единицы. Это правда меньше единицы. Это правда меньше единицы. Потому что 3/4 меньше единицы. И нормой было бы число а плюс 2b в квадрате. И дальше давайте еще немножко попытаемся. А что будет, если здесь написать не двойку, а тройку? Интересная штука. Здесь будет 3. Здесь будет 3. А здесь будет ровно единица. И мы вдруг обнаруживаем, что вот эта замечательная идея, идея основной теоремы арифметики, не работает.
для чисел такого вида. Ну, вы скажете, ну и что? Вообще-то, с этим столкнулся Леонард Эйлер, когда пытался доказать великую теорию Ферма для тройки. То есть, представьте себе, что нас интересует вот такое уравнение. X в кубе плюс Y в кубе равняется Z в кубе. X, Y и Z натуральные числа, положительные целые числа. Ферма утверждал, что у него нет решений. Понимаете, x плюс y умножить на, известна из школьной программы формула для суммы. Хорошо. А здесь можно попытаться выделить полный квадрат. X минус y пополам в квадрате. Понятно. Плюс 3 четвертых y в квадрате. Да? Хорошо. Давайте умножим все на 4. Получится равенство. X плюс y умножить на 2x минус y в квадрате. Плюс 3y в квадрате равняется 4z в кубе. Вот, господа, если была бы верна основная теорема арифметики, то довольно просто, не хочу начинать отвлекаться, потом просто будем подробно разбирать это само уравнение, и там все это будет аккуратно выписано, просто это такая отдельная тема. Так вот, если бы была верна основная теорема арифметики, то тогда довольно быстро можно было бы доказать, что у этого уравнения нет решений. Но вы видите, что есть большое подозрение, что она неверна. Давайте, кстати, посмотрим, а, собственно говоря, является или не является вот это вот кольцо кольцом главных идеалов. Смотрите, берем число единица плюс и корней из трех. Умножаем его на число единица минус и корней из трех. И получаем 4. А 4 это дважды. Что ничего хорошего. Ну, конечно, вы можете сказать, а вдруг двойка в этом кольце разлагается? Или вдруг вот это как-то разлагается? Вынужден вас огорчить. Не разлагается. Во-первых, это довольно хорошо видно геометрически, потому что, собственно говоря, что это за решетка. Надо взять вот здесь вот и корни из трех, да? И точки, ну, целые, с шагом один идти по оси абсцисс, целые числа, а здесь идти с шагом корень из трех, да? Вот. И что такое 1 плюс и корни из трех? Это вот эта вот точка, да? Дальше у нас есть вот 0. И мы можем посмотреть, я сейчас не хочу рисовать это, просто надо на компьютере рисовать красивую решетку, вот, но поверьте, это легко нарисовать и убедимся, что ничего не будет. Сейчас я без рисунка это объясню. Без рисунка это объясняется так. Представьте себе, что у нас число, например, 2, число 2 разложено в виде произведения альфа плюс бета и корней из трех умножить на гамма плюс дельта и корней. Альфа, бета, гамма, дельта обычное целое число.
перейдем к сопряженному. То есть перед и поставим минус. Получим альфа минус бета и корней из трех, гамма минус бета и корней из трех. Замечательно. Перемножим. Здесь будет 4, а здесь будет альфа квадрат плюс 3 бета квадрат и, соответственно, гамма квадрат плюс 3 бета квадрат. Ну, хорошо. Хорошо. Что же это теперь означает? Это уже натуральные числа. А для натуральных чисел либо 2жды 2, либо 1жды 4. И вот если 1жды 4, то вы обнаруживаете, что, ну, скажем, это 1, а вот это 4. Тогда альфа это то ли единица, то ли минус единица, а бета это 0. Это обратимый элемент. Значит, неинтересно. Если 2жды 2, ну еще хуже. Потому что двойка в виде суммы альфа квадрат плюс 3 бета квадрат вообще не представима. Такое вообще не бывает. Ну вот, значит, основная теорема арифметики, к сожалению, не всегда верна. И поэтому, когда мы будем разбираться с суммой кубов, придется потратить определенные усилия, что называется, на борьбу с этим. Так, это я чуть-чуть убежал вперед. Давайте возвратимся в алгоритмы в